Чел, я тебя сейчас забаню. В натуре мне не нравится, как ты нарезаешь. Там мне не нравится, как ты делаешь нарезки. Лучшие девушки за зима мне не интересны. А лучшего стримера. А что тут голосовать-то? И так все понятно, я с вами здесь тут общаюсь, чем я тут. Лучший саундтрек из игр, блин. Классно, классно, интересно. Ну, я уже знаю, какая лучший саундтрек из игр. Это из Lineage 2, конечно же. Из Lineage 2 там лучшая музыка. Вообще там такой симфонический оркестр крутейший, блин. Шикарный просто. Вот, да, вот все это хорошее. А то все понятно, хуйня. Вот, насколько ты похожа на Дженни из Blackpink? Тут я 100% похож на них всех. Я сам Pink Black. Самая значимая международная организация. Ну, этот самый БРИКС. А это что тут хуйня какая-то нарисована, не знаю. Лучшая студия игр. Ну, вот это, в принципе, наверное, интересно должно быть. Что это такое? В смысле для вас? Я тут вообще первый раз. Как они могли что-то собрать? Так, а, это все платно? В смысле? Я должен платить за... Чё, блядь? Кому? Вот этим, блядь, дармоедам? Я? Вот ты? Я? Да пошло, ну нахуй, вот это вот. Я? Ебануться палки, гнуться роденком. Это же, блядь. Пока ты не офнишь это говно, а тебе бесплатно. Ящер будет стонать. А зяблы терпеть. А бесплатно где? А бесплатно тут есть? Не противься, я хочу помочь тебе прокачать новую операцию Counter-Strike. И для этого у меня есть Armory Helper, твой помощник по прокачке операции в кейсе на сайте Epic Drop. Все очень просто, выполняешь квесты, они там очень простые, подписаться на группу ВКонтакте и так далее. Получаешь в награды билеты новой операции. За прохождение всех заданий в итоге можно на халяву 17 билетов получить. Так-то каждые 1390 рублей стоят вообще-то. Если тебе вдруг интересно, как они необмениваемую операцию передают тебе в инвентарь, то все очень просто. Они просто отправляют нужную сумму на твой Steam за секунду. Кейсы с билетами тоже уже лежат на сайте. Там всего за 200 рублей можно билет операции залутать вообще на изи. Ну или в мини-игре Armory Helper вообще бесплатно залутать. Так тоже можно. Короче, ссылку на бесплатный Armory Helper оставлю снизу. И лично тебе, никому другому, дарю 500 ивентовых поинтов. Удачи. Что такое тест на проверку памяти? Пройди этот тест, узнай, просто следуй инструкциям, проверь свою память на прочность. Здорово, деда. Да, привет. Сошлись с девушкой, я платил за хату, а она еду покупала. Но вскоре она сказала, что еда на мне. Поругались и разошлись. Она ведь должна была вкладываться хотя бы на продукты. Согласись. Нет, не согласен. Мужчина должен на свою девушку... полностью, пока мужчина не будет способен обеспечить свою девушку полностью едой и проживанием, ему не следует заводить отношения с девушкой. Потому что мужчина должен брать на себя ответственность полностью обеспечить свою девушку и жильем, и едой. Внимательно рассмотри и запомни картинку. Ну, что там ее запоминать? У меня телефон с камерой, к примеру. Ну, давай так, ладно, не буду читерить, как есть. Ну, красная, синяя, ну что, ну как? Блядь! Какого, иди нахуй! Какая хуйня, сколько, ебать! Я что, считал, я просто запоминал фигурки? 6, ебать, сколько, я что, совсем даун? Синий был круг. Красный квадрат был. Чё? Нет, что ли? Рассмотри, запомни это фото. Запомнил, конечно, этих долбоебов все запомнили. Ой, блядь. 5 долбоебов. 2.
просто какой-то конченый. И Маша, Ира, Дима, Артем, Влад. Маша, Дима, Ира, Артем, Влад. Пять. Маша, Ира, Дима, Артем, Влад. Маша, Ира, Дима, Артем, Влад. Маша, Ира, Дима, Артем, Влад. Предпоследний, то есть четвертый. Назови обратную последовательность. Блять, пошел! А, Маша. Маша. Ира, Влад. Вот это. Внимательно рассмотри и запомни картинку. Синий, красный, желтый. Всего их раз, два, три, четыре, пять, десять штук. Синий, красный, желтый. 10 штук я их посчитал только что. Синих квадратов было 2. Сколько было зеленых квадратов? 3. Ой, 2 тоже. Квадратов какого цвета было всего больше? Было всего больше. Держи тест на мужскую синих. Иерархию. Посмотрим, какой ты умюшка. Сейчас, подожди. Сейчас он меня попрет. Что ж, вижу, с первого раза до тебя не доходят. Тогда терпи. Заткнись, ты дура, ебаная. Блять, он по сути нормальный. Хуёк, завари урод свой, нахуй, ори здесь, блядь. Это очень старая серия игр Dragon Age, старая. Ну, лет 10 точно назад, я помню, у меня была такая на диске какая-то из частей этой Dragon Age. Ну, параша, я не знаю, не люблю такое. Не, ну может она неплохая, я им надо скачать, посмотреть новую часть. Так, ну что тут у нас? Ну я бы хотел бы посмотреть статистику вообще в целом, да. А, ну понятно, Дерьмак третий на первом месте. Ну в принципе, как бы возможно и есть доля правды, то что это правда классная игра такая. Ну сейчас... Ну, сейчас уже все, Ведьмак уже он будет смещаться потихоньку. Ну, на второе место, наверное. Потому что первое место уже. Ну, как бы Ведьмак все любят. Ну, сейчас вышла Смута. Смута вышла наша студеная, отечественная. Поэтому, естественно, сейчас будет Смута на первом месте, потому что она просто уничтожила Ведьмак. Вообще по всем своим параметрам у нее больше возможностей, и это самое вообще классно, очень классно. Вообще вот Смута убила Ведьмака. Рейтинг Ведьмака будет падать стремительно вниз, так как Смута она убивает его полностью. Вот, поэтому можно даже сказать, что сейчас на первом месте Смута, на втором Ведьмак. Просто тест старый еще, как бы 2019 год. Если будет 25-й, там, до 25-го, то, естественно, там Смута будет на первом месте, на втором месте будет этот Ведьмак. Подожди, стой, секунду, блядь. Сейчас. О, во, точно, блядь, ну забыл, что хотел сказать. Вот, пожалуйста. А, кстати, я вам скажу сейчас такую секретную информацию, максимально секретную. Это прям must have. Это очень секретная информация, никому не говорите только. А, у меня есть доступ к Смуте. То есть завтра будет Смута новая. Это прям никому только не рассказывать. Это просто я попросил, чтобы именно я посмотрел новую Смуту. Типа, ну как бы да. Ну, мне потому что очень нравится эта игра. Я бы хотел бы посмотреть, что там есть нового. Пиздец. Заткнись. О, Хаусмот обновление вышло. А что тут обновили? Блять, Смуту не добавили, пиздец. Тут какой-то тест нашелся. Просто от фонаря нажал. И вот тут какой-то тест. Только истинные фанаты Глада Валакаса пройдут тест. А давай попробуем, может, и все-таки, как бы, я ж как бы его как бы знаю немножко. Попробуем, может, что-то удастся мне угадать. Ну а что, ну мало ли, вдруг. Я ж все-таки помню, кто это. Сколько лет деду?
О, сколько? Посмотри игру Blood West. Сейчас, сейчас. А Дениса нет, а потом посмотрит. Так, да, как зовут сына деда? Ебать тут имен. Ну, Богдан, Денис, Александр. Деда, такие... как дело у тебя? А, привет, братишка. Дениска под столиком не урчит. Если не, урчит, он сейчас же в дурке. Но здесь я не знаю, даже сам затрудняюсь ответить. Как бы здесь сложно. Денис, Богдан, я не знаю, кто именно. Но я думаю, Денис, наверное, потому что Богдан это новорожденный. Ну, типа, родился недавно, а тут он еще, наверное, не появился. А любимая хавка деда и пены. Ну, как бы здесь это, я не знаю, что они там едят. Алая урса, пепперони, 4 пожилых сыра Мазерати. Вот это 100% отмет. Каким животным является дед? Ворон, козел, пушистый пожилой котик, енотик. Значит, о, пожалуйста, вот он, сука. Богданчик является сыном Срокера, Ашота, Сухача, Никиты Игоревича, деда. Блять, а чей сын там? У него вообще нет, по-моему, родителей. Вообще ничейный, он так подкидыш. Я не знаю, чей. Наверное, Рокера. Ну, вообще он ничейный, он же богом данный. Как у него могут быть? У него родителей нет, у него только... У него нет никого, он богом данный. Да чей ты? Я не знаю, чей он сын. Тут как-то неправильно все. Тут нет ответа богом данный. Ну, Сухача, может быть, я не знаю. Ой, блядь. От какой болезни страдает жена пены? Кишечная непроходимость, вагиноз, лейкоз, молочница, геморрой. Блядь, ну, тут же нет кнопки нажать все. Ну, как бы, как вообще это вообще здесь? Ну, что это такое? Кто это сделал? Ну, я не знаю, что это. Кишечная непроходимость, вагиноз. Ну, тут, блядь, тут пиздец. Тут как бы все такое, что есть у каждой. Поэтому отвечать как бы все сразу я не могу. Поэтому, наверное, вагиноз поставим здесь. Ой, блядь, это что? Как зовут жену Пенчиса? Ну, тут, наверное, конечно, это самое. Здесь уже... Я как бы, ну, это все. Ну, я не знаю, честно, тут как бы вообще непонятно нихуя. Не, я-то понимаю, ну, как бы, в смысле Пенчиса. А, ну, Пенчиса, у него вот это, по-моему. А на какой машине Сухач, блядь? А что-то я не помню, тут же вроде про меня, блядь, тест, а тут этого долбоеба всунули. Почему тут все ему уделяют внимание больше, чем мне, непонятно. На какой машине в данный момент передвигается... Ну вот, я ему даю иногда есть. Москвич, вот, пожалуйста, москвич, вот. Вот, пожалуйста, вот все. Да, сука. А как передвигается? Действительно передвигается. Не ездит, а передвигается. Как зовут юриста? Его зовут Никита Егорович. Никита Егорович. На какой машине передвигается дед? А, вот это уже правильно. Навал китайский, Шкода Октавия, мотоблок, Веста в кредит, Приора. Блять, ну, наверное, мотоблок будет у меня чаще. Я все же чаще на нем езжу. Из всех перечисленных здесь. Как называется район, где дед пытается сдать квартиру итальянке? Микробарбарс называется. Джон Нито. Мег Массачусетс. Сухачелье. Микробарбарс. А, в данном в одном СНТ и Богданчик забрались в теплицу, после дед застрял в туалете, они звонили владельцу этого самого туалета, как называется СНТ. Блять, СНТ Белая речка, по-моему, называлась. Кто спалил адрес прямо на стриме? Че на... Че это вообще такое? Че, блять? Блять, какие-то вообще люди непонятные здесь, левые какие-то, кто это вообще, кто, чего это, блять, кто это, где этот человек, кто это делал? Ты здесь? Блять, как, кто, блять, это вообще что за люди? Кто является одним из единственных сотрудников Жмых Airlines? Ашот? А, Арик какой-то, а, кто является одним и единственным сотрудником Жмых Airlines? В смысле это... Одним и единственным сотрудником. Так там нет сотрудников.
Там только Ашот один сидит. Ой, сука, пидасы, блядь. Как зовут партнера Даунила Сахарка? Савел! Да, сука. Кому звонил дед, что вернут ли Ютуб? Авокадо Телеком Байдену. А, Байдену, нахуй. Да, сука. Это новый тест, его недавно сделали. Что я звонил недавно, месяц назад туда. Самый популярный наречие деда, который тот неоднократно упоминал. Самарский пацан. Трич ТВ, Вася Ворон, Мичурка, Нарыцкий Нитрова. Ну, блядь, самое вообще популярное, это был Пенис Детра, у него там как-то так назывался. Или Дитров там как-то, что-то там, ну, как-то это. Но он потом, это, его в армию забрали, и потом в дурку. Ну, сейчас, наверное, ну, нет наречика у меня. Потому что с сегодняшнего дня я его забаню. Поэтому сейчас, по сути, нет никакого наречика. А тот, кто был вчера, до вчерашнего дня, ну, там, единственный долбоёб там один. Трич ТВ. Ну, до сегодняшнего дня, сегодня я его забаню. Поэтому пусть будет так. Любимый Марк... Это кто я, блядь? А, ебать, сука. А что постоянно покупает дед с донатов, а по словам жены, это стоит без дела. Привору. А чё, о чём я там без дела? Ничего нету. Какая нахуй жена? Чё за вообще? У меня жены нет вообще, я нормальный человек. Я не знаю вообще, что здесь... Хуйня, наверное, 100% ничего не ответил правильно. Сейчас посмотрим, блин. Плавки, бикини... Это... Ну, 95%, блядь, ну, чё-то... Так... Ты, вероятно, очень хорошо знаешь деда и всю семью Сухачевых, истинный олд, следивший за творчеством деда, как минимум с 2016 года. Истинный зябл. Ну, блядь, а что ж такое? Что-то это неправильно ответил, видишь? А, понятно, все хуйня. Ну, потому что там нет правильного ответа, это полная хуйня. Там даже ничего не ответишь. То есть, ну, там нет правды, там вообще полная хуйня какая-то выдуманная. Все понятно, Дино. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба.